Добрий вечір всім. Ні, я який вечір, це просто тут вечір, але більше день. Добрий день всім. У мене є дві новини, обидві хороші. Перша новина хороша – це те, що я спішив, значить, там на літак, а зараз мені помінялись плани, тому я сильно не спішу, ми можемо говорити скільки хочемо. Друга хороша новина в тому, що я бачу всі ваші обличчя усміхнені і, я би сказав, такі обличчя, які надихають нас на оптимізм. І я бачу, що наша розмова буде, от мені вже здається, що вона буде цікавою, продуктивною. І я би хотів зараз мені дати нормальний мікрофон, бо я себе відчуваю трошки, як один казав, діяч, ну не буду. А можна цей забрати мікрофон? Він трошки якось мені заважає. Я буду так говорити, так мені простіше. Значить, я думаю, що ми побудуємо нашу зустріч так. Я спочатку дещо вам розкажу, ну, поділюсь з вами думками про те, що відбувається зараз в нашій країні навколо неї. Я думаю, що це в будь-якому разі має бути основна тема нашої зустрічі. А потім ми будемо говорити з вами в діалозі питання-відповідь. Вчора аналогічна зустріч відбулася в Харківському університеті імені Каразіна. Там теж було дуже багато людей. І я був дуже приємно вражений, що ми, говорячи там, не пам'ятаю скільки, ми дуже довго, всі були настроєні на серйозні запитання і на серйозний аналіз і розмову про те, що ж нас чекає в майбутньому. І я би хотів, щоб ми такий тон сьогодні розмови теж задали. Розумію, що тут багато молодих людей, яких, мабуть, цікавить багато інших питань від мене, але ну, я от пропоную сьогодні без ванілі і гламуру попробувати. Я сьогодні їхав сюди і дивився, йшли люди по вулиці, хтось ішов з дітьми, йшло життя, всі посміхалися. І зрозуміло, що місто живе своїм повноцінним життям. Однак, ви всі знаєте, в якій ситуації зараз знаходиться вся наша країна. Дві великі події, які сталися за останній час. Перша подія, називаємо її умовним словом Майдан, і зміна влади в країні. Друга ситуація в Криму заставляють мене думати, що те, що зараз відбувається навколо, і те, що та така спокійна ситуація, вона насправді є дуже-дуже крихка. І буквально один день туди, один день сюди, це може бути зовсім інша ситуація. Я думаю, що зараз дуже важливо, щоб ми поговорили дуже відверто і дуже чесно про те, що хвилює мене, що хвилює вас. Поговорили про те, як в цій новій ситуації наша країна, яка переживає непрості часи, мала би діяти далі. Як мають слухати один одного і чути один одного схід-захід? Як, яка роль вашого чудового міста і взагалі регіону Донбасу? Яка взагалі, який наш план дій? І тому я чекаю від цієї розмови не тільки емоцій, але й якогось ґрунтовного аналізу, можливо, обміну думками. Тут багато преси, ми дозволили всій пресі, я сказав, це моя принципова позиція, щоб вони постійно знімали будь-що, я не боюсь жодних питань, просто в прямому ефірі. Можливо, це навіть стрімлять на якийсь канал, я не знаю, казали, що громадське ТВ буде це показувати, я сподіваюся, що так є. От, і тому дуже вдячний їм, якщо це так є, тому що тоді нас зможуть бачити в інших містах України. Маленьке вступне слово. Колись, давно, я розкажу вам те саме вступне слово, що я говорив вчора в Харкові, воно в мене народилось спонтанно, але мені здається, це важливо. Колись, в 91-му році, я був, якраз закінчував школу, мені було 16 років, і Україна стала незалежною. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, це знамениті події серпня 91-го року, які зараз називаються «Серпневий путч», які буквально за декілька днів змінили всю геополітичну обстановку в світі. Тому що раптом з країни, потужної країни Радянського Союзу утворилося буквально за декілька місяців 15 незалежних держав, в тому числі Україна.
Я пам'ятаю ці процеси, я пам'ятаю, як ми всі переживали. Я був ще школярем, я не дуже розумів, що таке геополітика, не дуже відчував, які наслідки, але я пам'ятаю ці історичні події, пам'ятаю постійну тривогу. Таку, знаєте, внутрішню тривогу, яка панувала в суспільстві. Ми дуже переживали, що буде, і не знали, що буде завтра. Десь в якомусь сенсі події останніх днів мені нагадують ті часи. Але що змінилося? 23 роки Україна незалежна, і здавалось би, вже ці всі часи позаду, а виглядає ні, виглядає, що вони ще попереду. Всі виклики наші, як були, так і залишаються. В 91-му році Україна за свою незалежність, по великому рахунку, не боролася. Так сталося, геополітика так склалася, що нам дісталася ця перемога, ця незалежність без крові, без дуже сильних видимих дипломатичних зусиль. Зрозуміло, що за цією перемогою стояли багато речей, які були зроблені до того. Цей рок шістдесятників, це і багато дисидентів 80-х, і взагалі такий новий політичний, нова політична поросль молодих чесних людей, які в кінці 80-х починали змінювати Радянський Союз. Але взагалі кажучи, от якби не серпневий путч 91-го, невідомо, як би було далі. І тоді, я вам нагадаю, що 24 серпня понад 90% українців і Донбасу, і Львова, і Крима, і Києва проголосували за незалежність України. І ми зараз святкуємо 24 серпня День Незалежності. Це було в часи такої непевності, яка є зараз. Стояли танки на вулицях, домовлялись політики. В Москві під час протестів загинуло трагічно троє людей, яких приїхали танки. Ми пам'ятаємо цих людей до сих пір. І це все почало змінюватися. Зараз ми переживаємо дуже близьку ситуацію, і я би дуже хотів, щоб ви розуміли, що насправді від кожного з вас, від кожного з нас залежить, що буде завтра. І те, як ми сьогодні з вами себе поведемо, кожен з нас, я, ви, журналісти, ваше керівництво, люди в місті, люди в іншому місті, регіону Сходу, Заходу, так і, в принципі, побудується далі наше майбутнє. Сьогодні тільки в наших руках, в руках України, майбутнє нашої держави. І ви знаєте, я дуже чітко відчуваю, що сьогодні народжується, є шанс народитися справді новій українській нації. 91-й рік дав нам незалежність держави, а сьогодні є шанс отримати незалежність народу. І ці дні, вони критично важливі. От все, що відбувається зараз, колись, я впевнений, про це будуть писати в підручниках з історії. Тому що, незважаючи на те, що здається, що зараз дуже неспокійні часи, схід і захід не розуміють або не чують один одного, в Києві для Донбасу, здавалось би, не зрозуміло, що відбувається, в Криму, значить, входять іноземні війська, всі в тривозі. Але якщо ми вийдемо з честю, з мудрістю і з розумом з цієї ситуації, ми будемо набагато сильнішими і набагато краще будемо розуміти, в чому полягає наше спільне майбутнє. Колись, ще до 91-го року, це був, по-моєму, 90-й рік, я вперше потрапив, 15-літнім хлопчиком, будучи школярем, потрапив за кордон. Я потрапив зразу в Канаду, це був обмін між школярами, я вчився в школі з англійською, поглибленою англійською мовою, і ми мали можливість робити такі обміни. Канадські діти приїхали до нас, а ми їздили до них в сім'ї. І ви можете навіть собі не уявити, а я думаю, старші люди собі уявляють, що таке дитині, 15-літньому підлітку, яка все життя прожила в Радянському Союзі, раптом з аеропорту Шереметьєво приземлитися в аеропорт Торонто. Це так само, якби зараз ви би потрапили на Марс. От, я не думаю, що хтось в сьогоднішній Україні може уявити цей шок, або наскільки це змінило, могло змінитися. Це змінило мою свідомість дуже-дуже сильно. Я місяць прожив там, і я повернувся додому з одним простим відчуттям, що з сьогоднішнього дня я більше ніколи не віддам нікому право вибору в моєму житті.
право мого вибору, моя свобода, моя гідність як людини завжди залишиться для мене основним. В 15-літньому віці я це зрозумів маленьким хлопчиком. Це було дуже тяжко збагнути в Радянському Союзі. Тут було багато сміливих, тут було багато порядних, багато розумних людей. Але повірте, люди жили в відчутті, от ти ставав дорослішим, ти починав думати, і в якийсь момент ти розумів, що свою думку ти ніколи не зможеш висловити по-справжньому. По великому рахунку тобі заборонено думати інакше, ніж є прийнято в суспільстві, в правилах, які вже задані до тебе. Уявіть собі, народжувались цілі покоління і вмирали з розумінням, що вони не можуть сказати свою думку. 50 років людина прожила, 60, дехто навіть 70. І вони ні разу в житті не відчували, що таке вільно вийти на площу або вільно вийти до мікрофону і сказати те, що я думаю, про все. Вони ніколи не знали за все життя, що це за відчуття. Ви можете уявити якийсь жах? Ви собі цього навіть не можете уявити. Ви народилися в суспільстві, в країні, в якій багато проблем, в якій багато, дуже багато неправильного, але в якій ніколи ніхто не забороняв вам бути тим, ким ви є. І я дуже хотів би, щоб ви ніколи не пам'ятали, що це таке, коли ти встаєш зранку, йдеш на роботу і думаєш, як би не зробити сьогодні дурниці або не ляпнути, щоб мене не зняли з роботи. Як би не подивитись криво в бік того, хто погано про мене думає, тому що в нього друг працює там секретарем райкому партії. Як би, коли тобі кажуть, що вступити в партію, як би зробити так, щоб з одного боку і кар'єру не зіпсувати, з другого боку і совість зберегти. Ці всі речі були типові проблеми для радянських інтелігенцій, для людей, які закінчили ваш університет, так само, як і Львівський університет. І поки я не поїхав в Торонто, я не розумів, що люди можуть жити по-іншому. Я бачив моїх батьків, які вчили мене моралі, які давали мені читати багато книжок, але які ніколи старались не говорити про занадто відверто про політику. Хоча мої батьки завжди, я це відчував інтуїтивно, я знав, що вони думають про те, що відбувається навколо. Я пам'ятав, коли ми приходили на політінформацію, і нам читали там, ти вже доросла і достатня людина, ти приходиш на політінформацію. Політінформація, це знаєте, що таке? Ви цього не знаєте. Це такі були уроки, коли ти приходив в школу за півгодини до основних уроків, і тобі читали, значить, що відбувається в світі. Значить, американські імперіалісти захватили там Гранаду, значить, ми глибоко осуждаємо весь прогресивне человечество, значить, проти пособничества з бандитами. Вам нічого це не нагадує в риториці? Я думаю, що ви розумієте самі, я не буду нічого говорити. Я пам'ятаю добре ці часи, і я з того моменту, я сказав собі, я завжди буду вільною людиною. Що мені це не коштувало? В якій країні я не буду жити? Для мене свобода вибору і гідність завжди будуть основними речами. Я не збираюсь ні перед ким ставати на коліна. Я не збираюсь нікому цілувати руку, крім коханої жінки. Я не збираюсь ні перед ким схиляти голову, крім мого вчителя, якого я шаную. Я не збираюсь розшаркуватись ні перед ким. Я не вважаю, що в цьому світі є хтось кращий, ніж я, як і гірший, ніж я. Я вважаю, що в цьому світі всі люди мають право на рівне, абсолютно рівне поводження. Незалежно від того, де ти народився. Незалежно від того, якою мовою ти говориш, незалежно від того, які в тебе політичні погляди, незалежно від того, скільки грошей в тебе, незалежно від тебе, хто в тебе тато, незалежно від того, скільки в тебе впливових друзів, незалежно ні від чого, ніхто не має права вважати себе вищим, ніж інші. Ніхто. Ніхто не має права. Ніхто не має права перекривати вулицю на 2 години для кортежів, які проїжджають через це в своїх місто. Ніхто не має права закривати вхід туди, де вхід вільний, тільки через те, що комусь потрібно туди зайти, значить він не хоче, щоб там були інші люди. Це та сама історія, це так само огидно і неприємно, як в дорогих магазинах часто не пускають по зовнішньому вигляду. Просто тому, що
охоронець вважає, що ця людина недостойна зайти в цей магазин. Це така сама історія відбувається в нашій політиці. Мені просто гидко, коли часом буває, ти заходиш кудись, і знаєте, і так дивляться на твої, там, можливо, брудні черевики, думають, пускати його сюди чи не пускати. Хто вирішує взагалі в цій країні, або взагалі в цьому світі, хто взагалі вирішує, хто кращий, хто гірший. Ми всі рівні перед Богом, всі абсолютно. Якщо хтось не вірить в Бога, то просто рівні перед нашою долею. І тільки доля в кінці кожного життя визначає, хто більше заслужив, а хто менше заслужив. І ні одна людина в світі не має права сказати вам, що ви чогось достойні або недостойні, тільки тому, що він так вважає. Це ваш вибір. Запам'ятайте, свобода вибору – це самий великий ключ до успіху. Тепер повертаємося до країни. Пройшло 23 роки з тих подій, про які я вам говорив. І що сталося? Що за ці 23 роки по великому рахунку змінилося? Так, нам дали можливість говорити і висловлюватись вільно. Це факт. За ці 23 роки я не міг би сказати, що була велика проблема, не велика проблема, вже така сильна з свободою слова. Але що змінилось по суті? Що змінилось по суті? Чиновник, як раніше був секретар райкому партії чи обкому партії, самою великою людиною в місті. Сьогодні депутати або голови, там, не знаю, адміністрації визначають все. І всі перед ними кланяються, всі бояться до них підійти. Вони, значить, як папа римський, ходять і всіх все призначають. Хіба це нормально? Хіба вони для цього їх призначали чи обирали? Хіба так може бути, щоб людина, яка вважає себе народним депутатом, яка приходить на вибори, ходить всім розказує, який він хороший, хоче, показує програму, каже, що він, значить, буде захищати людей, як тільки він потрапляє, не знаю, в парламент, в раду і так далі, отримує це посвідчення, він з цим посвідченням так гордо показує його, каже, ну все, життя удалась, тепер поїхали. Це відбувається скрізь. В Донецьку, в Харкові, у Львові, в Рівному, в Одесі, в Києві. Це об'єднує нас, повірте. Це не проблеми Донбаса, чи не проблеми Західної України. Це проблеми всієї України. От знаєте, така дуже типова поширена думка, особливо коли ми вибираємо наших політиків. Я знаю, це так відбувається у Львові, так відбувається тут на Донбасі, скрізь. Знаєте, от думають, та мабуть треба його вибрати, як у Львові кажуть. Він може хоч і злодій, та вони всі злодії, але він хоч українською мовою говорить, значить наші пам'ятники шанує історію, то хай краще він буде, ніж ті якісь комуністи там. Не буду їх вибирати, ну хай трохи краде, та всі крадуть. От так вибирають у Львові. А як вибирають в Донецьку? Ну, знаєте, вони, звісно, наверное, вони з бандитами зв'язані, він такий, ну він же наш пацан, він же за нас, за нашу ідею, ви що? А потім ці двоє хитромудрих, не буду казати їх словом, зустрічаються в київському ресторані з рахунком за 5 тисяч гривень мінімум. Вдвох, той з Львова, що бандерівець, і той комуніст, що значить, з Донецька, сидять вдвох і розмальовують схему на двох, як поділити їм ті гроші, які забрати в одних і в других. То, що я вам розказую, це не утопія, це правда. Я знаю, так це відбувається. І от повірте, це суть всього, що відбувається. 10 років перших незалежності в Україні не існувало жодного поділу по Дніпру. В Донецьке разговаривали по-русски, в Харкове разговаривали по-русски, вся Восточная Украина, даже половина Киева разговаривала по-русски, Западная Украина по-украински, и никого не волновало это. Вообще не поднималась эта тема. Вспомните, тут сидят люди постарше. В 90-х годах кто-то спорил об этом? Вообще не было этого вопроса. Стояли себе памятники Ленину или там кому-то здесь стояли. Во Львове их сняли уже давно, еще в 90-м году. Никого это не волновало. Вот так там люди считали, так здесь по-другому люди считали. Жили. До момента, когда наступило вопрос выбора 2004 года. Значит, я не знаю, кому пришла в голову эта дьявольская идея, хитроумная идея, которая, вот карта, которая разыгрывается до сих пор и которая привела к событиям сегодняшним. Кто-то придумал, а давайте мы мобилизируем наших избирателей, электорат, как они говорят, по принципу, которым легко их собрать. Давайте мы скажем, в Донбассе, в Харькове или в Днепропетровске, что там на Западе
не любят и не уважают наш русский язык, и мы сразу все будем голосовать вместе, потому что мы будем держаться вместе. А давайте мы там, у Львове, скажем, что, значит, национальные украинские традиции не важливы для Донбасса или для Харькова. Тому нема чого за їхніх політиків голосувати. Будемо голосувати за своїх. І вони взяли і поділили країну навпіл абсолютно штучно. Цього не існувало десятки, сотні років. Вони взяли і поділили її. І з того часу, 10 років, ми, розумієте, живемо в цій розділеній політичній структурі, яка ніяк не може зібратись докупи. Ми вибираємо політиків, чиновників, призначаємо чиновників по принципу «свій чужий». Ми забули про чесність, ми забули про професіоналізм, ми забули про все на світі. Ми тільки думаємо «свій чужий». Я чую, вони на Западній Україні вважають нас людьми второго сорту. Да хто це вам сказав? От я родився в Западній Україні, я вважаю вас людьми второго сорту. Разве ви можете в це повірити? Зачем ви в це вірите? Зачем кожен день я слышу з екрану телевізору цю чушь? Главное, что умные, порядочные люди ведутся на эту чушь. Точно так же, я абсолютно откровенно говорю, точно так же, на Западной Украине свои мифы, которые им построили, в том числе о вас. Зачем это было делать? Но кто-то, видно, знал зачем. Потому что события, которые сегодня происходят в стране, как раз прямое следствие всего, что происходило. Чиновники, приезжающие в Киев с разных регионов и заходящие в кабинеты, на самом деле никогда по-настоящему не думали о том, что будет завтра со страной. Большинство из них, они на самом деле думали о другом. Они думали о том, что будет завтра с их возможностями и что будет послезавтра конкретно с их детьми и с внуками. Вот об этом они думают очень хорошо. И я вам скажу, что они думают. Они думают следующее. Сегодня я здесь, как говорил один герой фильма «Гайдая», «Куй железо, пока горячо». Значит, я обеспечу детей, слава богу, дети или внуки, они уже будут жить или учиться в Англии или в Америке. У них все будет хорошо, там я умру, но у меня же душа будет спокойна. Вот как они думают. Многие из них на самом деле. Вот они думают, что, ну, если страна развалится, или, не дай бог, она не получится, ну, у меня хоть будет все нормально дома. А что я буду делать сам? Я же не могу ничего изменить. Так я буду хоть для своей семьи хорошо что-то сделать. И люди сидят, думают, хороший человек. О своей семье заботится, детей любит. Такое я тоже видел. А как вам нравится, когда они все время строят храмы за деньги, которые они украли у государства? И каждый вносит свечи в эти храмы. Стоят там на коленях, молятся каждую неделю. Просят Бога прощения за все, потому что знают, что есть за что. Но храмы построили за такие деньги, сами знают. Это все сплошь и рядом. Здесь. Все сплошь и рядом. Откуда это происходит? Почему так происходит? Я считаю, есть три вещи, которые на сегодняшний день вот тормозят развитие Украины и делают возможным этот раздел. Первое и самое главное – это тотальная, поглощающая коррупция в государстве от самого верха до самого низа. Начинается на самого верха. С самого, вот оттуда. Я не хочу никого лично обвинять, я вообще не люблю называть фамилии. Но я уверен, что если первое лицо государства, называйте президент, премьер, не знаю кто. Первое лицо государства абсолютно не коррумпировано, то только от этого уровень коррупции в стране падает на 50%. Только от этого одного. Если ближайшее высшее политическое окружение, еще 100 человек, абсолютно не коррумпировано, то уровень коррупции падает еще на 50%. И это уже четверть от начала. А это почти, то есть, условно говоря, там, есть всегда, ну, аморальность в обществе присутствует всегда, есть некий базовый уровень коррупции, который существует во всем мире. Так вот, чтобы к нему прийти, потому что святых везде не бывает, да, к нему прийти, к тому уровню, который не мешает развитию государства, нужно всего лишь, чтобы, ну пускай, я бы сказал так, 50-60% высшего руководства страны были кристально честными. Это сложная задача, но это осуществимая задача. Почему она не происходит? Вторая причина. Низкий интеллектуальный уровень нации и избирателей. Как мы выбираем депутатов, президентов, как мы выбираем, в общем-то, ну, Верховную Раду, местные советы и так далее. Как правило, мы выбираем по принципу, вот он свой, чужой. Вот
Когда президентские выборы, там появляется еще один принцип. Ну, там, хорошо он выглядит или плохо. Или там, например, уверенно он говорит или нет. Люди пытаются разбираться в политике с точки зрения отношений как голливудским актерам. Это абсолютно бесперспективная и непродуктивная тактика. На самом деле человек должен выбирать политиков или своих избранников по двум принципам. Во-первых, осмыслить, что он предлагает, а во-вторых, интуитивно поверить ему, понять, что он действительно верит тому. Потому что многие говорят красивые слова, многие, но не факт, что так и будет. Я помню до сих пор уникальную программу, я бы сказал даже выдающуюся программу, которая была написана на одном листочке, которая называлась «10 кроков на зустрич людям». Я думаю, что вы помните, чья это была политическая программа одного президента. Где она? Вот где исполнены пункты этой программы? Точно так же, я помню лозунги «Почуй кожно» и «Покращение уже сегодня». Где они это покращено? Где они эти лозунги? Спросите у ваших ребят, вы же их выбирали. Где это? Где? Они же были у власти. Точно так же, как перед тем были другие ребята, оранжевые у власти. Где? Спросите у помаранжевых и у бело-голубых. Где это покращено? У одних или у вторых? Если одним не верите, то у вторых. Пусть хоть кто-то вам ответит, где оно? И почему оно не происходит? Я не услышал, может. О, правильно. Я вам всем предлагаю посмотреть внимательно, куда уходит большинство заработанных денег страны на одном простом примере. В золотом батоне. Такой золотой батон, только поменьше, лежит на столе у маломальского, у половины украинских чиновников или больших шишек, у половины. А может быть и больше. Этот золотой батон – это символ, в общем-то, стремления власти. Вот вы понимаете, вот парадигма, в которой живет наша власть. Золотой батон. Вот это то, что им нужно. Они этим живут. Поймите, они правда этим живут. Я видел этих людей. У них глаза становятся затуманенными, когда они боятся, когда они только думают о том, что они могут потерять власть. Власть застилает им глаза. Некоторые ради власти идут на любые аморальные вещи, на подкуп, на обман. А некоторые особо уверены, к сожалению, и на более худшие, на более плохие вещи, на те, которые случились недавно в Киеве. Мы сейчас с ним еще вернемся к этим событиям, чтобы мы нормально о них поговорили. Поэтому первое – это коррупция. Второе – низкий интеллектуальный уровень людей, которые на самом деле, опять же, замкнутым кругом связан с тем, что 20 с чем-то лет страна вообще не занимается образованием. Образование всегда на 17 месте. Покажите мне хоть одного политика, который первым пунктом своей программы, первым поставил образование нации, хоть одного. Они все говорят о языке, говорят, вернем там Донбассу там гордость. Говорят какую-то демагогию, в которой ничего нет вообще, в которой нет желания или понятия того, что будет со страной через 20 лет. Когда я говорю об образовании, я не говорю только, например, об университетах. На самом деле это очень тонкая и длинная история. Начинать надо с детских садиков, начинать надо с маленьких детей в школах, с первых классов, потом с средней школы, потом университет. Это все должна быть одна большая программа воспитания гражданина, которой никто вообще не занимается, даже не хочет об этом думать. А потом мне говорят, а кто же будет выбирать? У нас 70% населения страны вообще не понимает, что такое политика. Они вырастают, вроде бы грамотные, читать умеют. Мы же гордимся тем, что у нас 150% грамотности в стране. Но только, а что эта грамотность дает? Если куча ненужной заученной информации, таблиц каких-то, какой-то... Людей не учат разбираться в жизни, людям не дают ценности. Дети вырастают, потом рассказывают, откуда берутся эти так называемые тетушки. Так откуда им взяться? А что они? У них есть другой выбор? Им дают другой выбор? Если их родители еле-еле влачат жалкое существование, они выходят на улицу, потому что улица как-то их воспитывает. Потому что образование никак их не воспитывает. Человек всегда жаждет познания. Вот если у него нет интеллектуального познания, у него идет познавать на улицу.
Все, у него нет другого выбора. Человек не будет в замкнутой системе сам с собой вариться. Он всегда найдет мир, которому неинтересно. Так вот, он выбирает тот мир, в который легче попасть. И осуждать конкретных людей, которые потом, как вы говорите, там, в спортивных штанах странного вида выходят куда-то. Конкретных людей нужно за их конкретные поступки. Но осуждать это явление, это надо осуждать себя. В первую очередь политикам, которые к этому привели. К этому привели вот все эти 23 года. Все созывы Верховного Совета, все президенты, все местные там, органы самоуправления, все министры, они все, каждый понемножку к этому, каждый из них к этому внес свою лепту. Точно так же мы с вами внесли в это свою лепту. Потому что я прихожу к третьей, может быть, даже самой главной проблеме, которая нам мешает. Это безразличие. Безразличие. Безразличие общества – это один из самых первых признаков отсутствия настоящего гражданского общества. Когда люди говорят, самый распространенный ответ – в безразличном обществе, а при чем тут я, а что я могу сделать, пусть они там разбираются. Если вы так говорите, значит вы уже безразличны. Это не слабость, это не осознание того, что ты не можешь, это не желание начинать делать. Признайтесь себе, когда вы иногда говорите, а при чем тут я, а что я буду вмешиваться, я вот все тут, а я... Вы в этот момент проявляете банальную слабость и лень моральную. Это не является вашим неумением или отсутствием сил. Вы же даже не пробовали. Вы изначально говорите «нет», потому что вам не хочется. Это из серии, когда мама в детстве говорит «сходи за хлебом», ты лежишь, думаешь «не пойду». Вот это так общество себя ведет. Но, к сожалению, когда мама говорит «не пойду за...» ты говоришь маме «я не пойду за хлебом», это не приведет, скорее всего, к тяжелым последствиям, разве что хлеба свежего дома не будет. Вот. А вот такое поведение в государстве приводит очень серьезные последствия. Большинство граждан Украины являются на сегодня политически безразличными. И в этом третья ключевая проблема, потому что мы не хотим заставлять наших политиков, заставлять нашу элиту работать. Мы не хотим этого делать. Мы думаем, что все случится само собой. Мы выбираем их, и на следующий день мы идем спокойно по своим делам, и мы забываем, что они существуют. А потом через год каждый из нас очнулся и подумал, а что произошло за год? Мы же их выбирали. Так что произошло? Если они никому не нужны, если у них мораль не самая лучшая, потому что выбрали вы их люди с интеллектом, так сказать, мы уже помнили второй пункт, да, вспоминая назад. Сюда пришли не самые моральные люди, их никто не контролирует, что они будут делать. Вот то, что они делают. У них нет другого предпосылок. Они не святые, они не святой Петр или Павел, они не будут нести святую веру везде. Это другие люди, другие. Не ждите от них чуда. Единственный способ их заставить что-то делать, это построить гражданское общество, в котором каждый человек будет личным контролером, каждый человек будет личным аудитором, каждый человек будет личным экспертом на выборах, и каждый человек будет личным политологом персональным. Да? И он сам будет определять, нравится ему или не нравится. И когда ему не нравится, он будет громко об этом заявлять. Так вот, именно это впервые в стране случилось, начиная с декабря на улицах Киева. Я хочу, чтобы вы это четко понимали. Я очень хорошо знаю, насколько разные отношения к тому, что происходило на улицах Киева, в разных регионах и у разных людей страны. Я не буду сейчас ни за кого агитировать, ничего там, никого осуждать или наоборот, никого прославлять. Я просто хочу сказать вам одну вещь. Люди, которые вышли на Майдан, они просто хотели нормально жить. Их достало. Их, как и вас всех, достало вот все, что вокруг происходит. Их просто достало беспредел, беззаконие. Их достали отсутствие хоть одного нормального суда. Скажите, кто из вас считает, кто-то знает из вас, поднимите руку, тот, кто считает, что в Донецке честный суд. А я вам скажу, если я во Львове задам такой же вопрос, тоже никто не поднимет руку. Вот вам объединение схиды захид разума. Видите?
Эти люди вышли, потому что они наконец-то не смогли больше терпеть того, что по всей Украине происходило, и то, что потом вдруг были символом в небольшом городке под названием Бродиевка. Вы помните такой городок? Вы знаете, что там произошло? Думаю, да. Это происходило везде, по всей стране. Просто стало известно это только там. Люди поняли, что они дальше так жить не могут. Люди увидели беспредел на улицах, когда на дорогих машинах за 200 тысяч долларов дети 18-летние каких-то богатых чиновников, у которых зарплата 5 тысяч гривен на минуточку в месяц, пьяные сбивали насмерть других людей, и им за это давали в лучшем случае 2 года условно, а в худшем, в худшем просто отпускали. За неимением, так сказать, ну, знаете сами, да, юристы тут есть, не знаете, как это называется. Против этого вышли люди. Конкретной причиной стало, я думаю, вы очень хорошо все это помните. Студенты сначала, все началось с мирного протеста студентов. Они вышли на улицы, потому что как гражданская часть общества решили выставить свой протест по поводу того, что им не понравился резкий разворот власти со стороны подписания договора с ЕС, в сторону подписания договора с Россией. Ну ладно, полстраны думают так, пол так, но кто-то вышел, их право. Правильно? Имели же не право. Мы же не все, наверное, тут согласны, я уверен в этом зале, наверное, не все согласны с тем, что Украина должна максимально быстро интегрироваться в ЕС. Ну, у каждого свое мнение. Но тем не менее, я думаю, что все в этом зале согласны, что эти ребята имели право там стоять. Я лично был одна. Я не хотел ходить на этот митинг, потому что считал, что моя гражданская позиция. Я не хочу, в общем-то, агитировать, я хотел бы, чтобы это было их мнение, но в четверг, вот уже в самом конце, все-таки меня попросили выступить перед ними. И я говорил им приблизительно те же вещи, что сейчас вам. Я говорил, Евросоюз или там, Россия – это вопрос геополитики, а вы здесь должны стоять по-другому, вы здесь должны стоять из-за вопроса достоинства. Этот момент я очень хорошо запомнил, когда я говорил, что эта борьба за достоинство, она очень долгая, извилистый путь, И в самом конце я им сказал, все только начинается. Я в страшном сне не мог подумать, что начинается то, что началось. Я откровенно вам скажу. И через 2 дня после этого этих ребят ночью дубинками, без предупреждения, разогнали с кровью, с побоями, с проломленными черепами, но хуже всего даже не то, что их били там на площади. Я видел лично кадры видеонаблюдения банков в боковых улицах возле Майдана Незалежности, где вот эти, не хочу их даже называть словом каким-то, вот эти вот непонятные объекты в масках били, бегали в подворотни, добегали, искали людей и били их там по почкам. Вы понимаете? Когда я это увидел, у меня сжались кулаки. И кроме меня, еще многих миллионов людей сжались в кулаки. И некоторые из этих многих миллионов сразу же на следующий день вышли на площадь. Что должна была бы сделать нормальная демократическая власть? Я, честно говоря, откровенно вам говорю, может быть, кто-то посчитает меня наивным, но я, правда, в первый день думал, что кто-то подставил высшего руководства, и что, наверное, это я так правда думал. То есть у меня была мысль, что это санкционировано, все, но подумал, все-таки политические игры, начинаются выборы скоро, точнее, там выборов еще не было, я не помню, может, выборы в мэра Киева, мы там думали разные гадали вещи. Я думаю, сейчас снимут быстро, там, для начала начальника милиции, уйдет в отставку министр внутренних дел, потому что это же ужас, все ждут этого. Быстренько там, извиниться руководство. Ничего. В воскресенье еще более возмущенные люди, уже почти миллион людей вышел на площадь Киева. Вы не представляете, я не видел никогда столько людей в своей жизни. Ни разу. И все к воскресенью уже были злые, потому что они считали, что через 2 часа после случившегося должны были быть отставки и наказания. Со спокойными лицами все говорили, мы разберемся в ситуации. В воскресенье начался уже серьезный протест. Тут вдруг приезжают какие-то неизвестные люди на тракторе и начинают штурмовать администрацию президента. Никто этих людей не знает и не видел.
но их показывают по всем телеканалам, смотрите, какие экстремисты, вот это они во всем виноваты. Конечно, они, только они к людям, вышедшим на площадь на Майдан Незалежности, вообще никакого отношения не имели. А потом, я узнаю на следующий день, я уехал на гастроли в Белоруссию, и мне очень тяжелые, помню, были дни. А потом я узнаю, что мой бывший турменеджер, парень, который такой типичный русскоязычный интеллигент, который вообще никогда политикой не занимался, мы лет 8 с ним уже не виделись, он работал с нами, он шел случайно по улице, он там недалеко на Шелковичной жил. Ну и началось все это, он решил посмотреть. Ну и вот оказался избитым полностью, не мог встать 3 дня, избитым в тюрьме, в которой он просидел месяц, пока, к счастью, волнение не привели к тому, что начались первые дела по рассмотрению. И, о Боже, спасибо правосудию за то, что он признал свою вину, что он там был, ему смягчили наказание, признали просто участников митинга и заплатил штраф 800 гривен, его как бы сняли с него обвинение. И он еще должен был радоваться и благодарить власть. А остальным светило до 15 лет за то, что они там стояли. Обычные люди, ребята, программисты, врачи, люди, у которых маленькие дети, вот это все вдруг стали террористами. После этого люди еще больше разозлились, потому что они уже поняли, что власть начала с ними играть нечестную игру. Что было дальше, я не хочу вам даже рассказывать, потому что я знаю, что, наверное, даже в этом зале будет какой-то процент людей, которые будут с недоверием думать о том, зачем я здесь, и может быть мне кто-то там заплатил, чтобы я вас агитировал и так далее. Но я вам скажу, что я же вижу по вам и чувствую, что большинство из вас так верят мне и понимают, что я говорю правду. Так вот, все это длинное противостояние привело к тому, что никто не был уволен, никто не был наказан, никто, по сути, не понес справедливого наказания, и чем дальше оно заходило, тем больше власть демонстрировала свое полное безразличие. Полное. В этой ситуации, конечно, народ, дойдя до ручки, в конце января решил, что он им с него хватит. Провокаторы красиво это использовали, не знаю, с какой они были стороны, подозреваю, что с двух, потому что так всегда бывает. И началось уже силовое противостояние. Но вы не понимаете, насколько люди, которые стояли вот на этих баррикадах, насколько они были готовы к любым вещам, чтобы больше не видеть такой власти. Люди были в отчаянии, и как это правильно сказать, это не был революционный запал. Это была ситуация, когда ты понимаешь, что у тебя нет другого выбора. Ты можешь или сейчас это изменить, или никогда не изменишь. Я видел их горящие глаза, я видел людей, которые там стояли. Там стояли председатели банков, владельцы бизнесов, там стояли люди, которые зарабатывали большие деньги, у которых было все хорошо. Но они говорили, мы так не можем больше. Мы с народом, потому что мы не можем. Все взвыли, вся страна. Что случилось дальше? Власть начала играть информационную войну. Некоторые телеканалы с утра до вечера, я не буду называть их имена, вы сами разберетесь. Некоторые телеканалы с утра до вечера показывали озверелых, оголтелых террористов, фашистов, бандеровцев с автоматами, которые хотят захватить власть и заставить весь Донецк на колени говорить на украинском языке. Вы правда верите в этот бред? Вы что, правда верите, что это так там было? Я не могу поверить, что студенты Донецкого университета так могли подумать. Но я слышал такие вещи по телевизору. Зачем они все это делали? Я вам объясню зачем. Чтобы стравить нас лбами и чтобы им легче было удержать власть. Но даже это еще как-то можно было понять. Но когда на улицу вышли снайперы и начали убивать людей с прицельным огнем, в Ютьюбе вы все это увидите, там есть, но я не должен вам рассказывать. Человек стоит и просто целится и убивает обычного безоружного человека, в том числе и женщин. Но это уже невозможно терпеть. Власть, которая такое делает, нелегитимна ни по какому закону. Конституция, законы не имеют значения, когда настолько попрана мораль. Любая мораль выше любой конституции, любая. Нельзя так делать. Такая власть не имеет права руководить своими людьми. Не имеет. Конституция – это правило, которое мы с вами вместе придумали, которое мы вместе договорились, что мы хотим жить по этим правилам. Когда нам выдают паспорта в 16 лет, фактически мы подписываемся под этой конституцией и договариваемся, что это правило всеобщее для нас.
Пятая статья Конституции говорит, что единственным источником влады в стране, власти в стране является народ. Разве народ был источником власти в этой стране столько лет? Разве его кто-то спрашивал? Разве за то, что били, вывозили в лес, проламывали черепа, убивали, пытали людей, которые вообще ничего не совершили? Разве за это власть не должна нести наказание? Должна, но никто не понес. И они с спокойными лицами говорили: мы за стабильность, мы за спокойствие, мы за закон, мы за порядок. Все должно быть мирным путем. Мы не опустим разгула, значит, экстремизма, мы контролируем ситуацию. Это же цинизм высшей пробы. Это про таких писал Кафка в своем романе «Процесс» или «Замок». Почитайте Кафку, там все написано. Вот этот абсурд. Ведь ты живешь в стране, и ты понимаешь, что ты живешь в абсурде. Что вроде бы жизнь одна, вот нормальная, вот мои друзья, моя семья, мои дети, мои там, мой университет, мои преподаватели. Вот как-то вот вроде бы все нормальные люди. И как-то мы, ну, общаемся и живем с моралью, друг другу одалживаем деньги, друг друга любим, друг другу, там, не знаю, там ходим в гости, там вместе выпиваем на праздниках. Ну, все какая-то нормальная жизнь, работаем. А параллельно существует другая жизнь, государственная, которая все не так, которая вообще другие правила жизни. Но это же раздвоение, у человека это называется раздвоение личности. А в государстве, я бы так назвал, это государственная шизофрения, понимаете? Поэтому все, что случилось, это закономерно, к этому общество шло долго. Особенно последние 3 года, а особенно последние 3 месяца, а особенно последние 3 недели. И, честно говоря, мне очень-очень жаль, что погибли люди. Я лично перед ними в самом неоплатном долгу. Я лично чувствую себя ответственным за каждого из этих смертей. Слава Небесной Сотне! Но эти герои, которых кто-то красиво, ну, я бы даже сказал, поэтично назвал, красиво объединил их всех в названии Небесной Сотни, эти люди, они действительно до последнего отдали все, даже самое ценное, веря в то, что в этой стране станет жить лучше. И в конце я хочу закончить свою вот эту вот небольшую речь, может быть, вот словами, вот подумайте о них, о каждом из них. И вот каждый из нас с вами обязан им тем, что у нас появился шанс. У нас появился, я действительно считаю, впервые в жизни за 23 года тот настоящий шанс, когда общество наконец-то начнет самоопределять свою судьбу. Подумайте, вы, может быть, не знали никого из них лично, но подумайте, это 100 погибших ребят. Простых, таких же, как вы с вами, молодых, с востока Украины, с запада, там были люди из Донбасса. Это все наши с вами потенциальные друзья или родственники. Их больше нет. Разве мы имеем право сделать так, чтобы все вернулось назад? Мы не имеем такого права. Я не имею такого права. И я сказал себе, что я больше никогда, все, что бы ни было в моей жизни, не останусь безразличным стране, если я увижу, что что-то идет не так. Я буду делать все до последнего, что нужно будет. Носить, не знаю, там, быть самым последним рабочим, идти в политику, неважно чем. Я буду до последнего, помня про этих, про эту Небесную Сотню, я буду до последнего делать все, чтобы понимать, что я не допустил возврата в старое. Я хочу, чтобы наша страна после этого стала, наконец, очистила от всего страшного прошлого и шла вперед. Одним единым фронтом. Запад и Восток, Схид и Захид. Мы разные, у нас много каких-то нерешенных вопросов. Мы разные, но мы вместе. Это единственное, в чем наша сила. Мы разные, но мы вместе. Мы разные, но мы разные. И сегодня... И сегодня, после того, как произошло то, что произошло в Крыму, я считаю, что
мирным путем, только мирным, это очень важно, дипломатией, нашим спокойствием, мудростью, но это тоже должно объединить нас. Мы должны понимать, что это большая и сильная страна, Донецк и Львов, Днепропетровск и Киев, Одесса и Черкассы, Крым и вот, Западная Украина. Это все одна большая сильная страна. И сила в том, что мы дополняем друг друга. И наши разности могут быть преимуществом, потому что из, как инь и янь, из этого и происходит целая гармония. Вот представьте себе вот такую аналогию, пускай она поможет вам понять силу нашего государства. Это как инь и янь, из двух разных частей. И пока мы будем вместе, я думаю, никакой внешний враг нам не страшен, неважно какой. И последнее, что я хочу сказать, что вот сейчас я вижу, опять же, возвращаясь к проблеме, или к вопросу, точнее, Восток и Запад, я вижу, что стратегия на вот эти ближайшие дни у нас, чтобы выйти из чести ситуации, в том числе в том, что происходит в Крыму, она очень простая. Опять же, Восток и Запад вместе, холодная голова, отсутствие паники. Третье, уверенность в том, что за нами правда. Но мы при этом готовы. Четвертое. Но мы при этом будем всегда стоять до конца. Все. Будь-які питання, будь-які, ну, нічого не бійтеся. Хотілося б поговорити відверто сьогодні. Здравствуйте, меня зовут Курган Татьяна, я студентка Донецкого национального університету. Ми раді привітати вас в нашому вузі. И у меня к вам два вопроса. Первый вопрос – это считаете ли вы, что студенты должны ходить на митинги или на прочие акции по причинам, да, сегодняшней такой ситуации в стране? Вот. И как вы относитесь к политическим акциям, именно пропаганде в университете? Университет как учреждение, правильно было бы, чтобы он всегда занимал нейтральную позицию, так же, как армия, так же, как и здравоохранение, это не политические организации или учреждения. Но студенты как личности, это же личности, у них каждого есть свое мнение. И я не имею права говорить вам, ходить или не ходить. Это ваш выбор. Я говорил о свободе выбора. Если вы хотите ходить на митинги, вы ходите на них. Если вы не хотите, вы не ходите. Никто, ни руководство страны, ни мама с папой не имеют права вам запретить это. И ни руководство там университета. И еще один вопрос у меня есть. Да, это вопрос из конца зала, потому что ребятам тяжело все подходить, они попросили меня задать. Вот, я можу его прочитать? Да, пожалуйста. Совсем недавно интернет облетел ряд видео с главным героем, так называемым Сашко Билым, и Александр Мухаченко, музычка, человек, как, на счету которого избиение, попытка покушения и вымогательства, который также воевал в Чечне против российских войск. На видео он пришел в областную раду с автоматом и ножом, а на другом видео он избивал... Вы можете мне не рассказывать, потому что я знаю, о чем идет речь. И вопрос, сейчас, секундочку, я его... Что нас ждет в будущем, если такие люди будут занимать должности, и бросили ли, и боролись ли люди на Майдане за такое будущее? Спасибо большое. Первое. Я видел одно из этих видео, там, где за галстук берет прокурора. Это просто изумительно, отвратительно, и это даже нельзя обсуждать. Это нечеловеческое поведение, таким людям вообще нет места, не то что в политике, а вообще в цивилизованном обществе. Раз. Второе. Я бы очень советовал всем организациям или, ну, вот людям, которые дорожат своим именем, никаким образом не связывать себя с такими людьми, а если так или иначе они были связаны, поскорее отмежеваться или сделать жесткие заявления по поводу конкретных людей таких, потому что они бросают тень на очень многих порядочных людей, которые стоят рядом с ними. В этом я тоже уверен. Не все там такие, как он. Второе. Я лично не могу, я не могу гарантировать вам, что те, кто сейчас у власти, не допустят этого. Но я лично сделаю все, чтобы не допустить этого. Я вам обещаю.
Меня зовут Ростислав, студент исторического факультета ДНУ. Понравилось, хочу поблагодарить вас за лекцию. Многие... Это не лекция, это просто эмоции были, извините. Ну, эмоции, лекция, все равно. Хочу вас поблагодарить, спасибо вам большое. Многие вещи мне действительно понравились, с некоторыми я не согласен. Судя по реакции зала, я вижу, вы духовный лидер молодежи Украины сегодняшней. Духовный лидер, позвучит так чуть-чуть, как-то... Я испугался чуть-чуть. Я даже не про молиться, я про другое подумал. Ну, ладно. Вопрос. Готовы ли вы стать политическим лидером? Либо вы сказали, что не будет никого агитировать, но может быть есть в этой стране молодые общественные деятели, которые привели бы нас к светлому будущему? Не буду говорить Европа, либо таможенный союз. То есть светлое будущее. Готовы ли вы, либо есть кто-то на примете? Я скажу вам следующее. Про других людей я уверен, что таких очень много. Я знаю лично десятки. Ну, за сотни я не буду говорить, но несколько десятков порядочных, умных, еще достаточно молодых, сильных и очень профессиональных ребят, которые готовы работать. Некоторых из них я своим скромным влиянием сейчас пытаюсь так или иначе, но буду говорить прямым текстом, что пролоббировать, чтобы они уже сейчас вот занимали какие-то должности. Потому что я не считаю, что я должен стоять в стороне и ждать, пока там... очень странные личности, вдруг дорвавшиеся до власти, будут делить кормушку очередную. Поэтому делаю все, что могу. Например, я очень поддерживаю инициативу премьер-министра в том, чтобы на ключевые финансовые должности назначать людей нейтральных из западного бизнеса. Да, там как налоговая, как таможня, там антимонопольный комитет, фонд госимущества. Сейчас идут очень серьезные консультации со всем бизнес-обществом Украины, в том числе с украинцами, работающими в Лондоне, в Нью-Йорке, финансовых компаниях, чтобы просить их приехать в Украину и начать работать. И очень приятно, что многие финансовые компании, например, компании финансово-юридические, аудиторские, те, которых называют, ну, я думаю, юристы знают, «Большая четверка», там, Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse, они готовы консультировать бесплатно, давать своих людей для нового правительства, бесплатно, при условии, что это будет честно, прозрачно, и у них будет возможность объективно оценивать ситуацию и делать правильные вещи, реформы. Поэтому, конечно, такие люди есть, но их надо искать, это не так просто. Я думаю, что в этом зале можно найти нескольких потенциальных, ну и они уже есть, но только найти потенциальных будущих политических лидеров в этой стране, которые будут вести за собой народ. Вообще, мне кажется, что новая молодежь, она намного более, ну скажем так, целостное восприятие того, что такое Украина и что такое ее будущее. У них нет раздвоения с прошлым, с советским и украинским, а главное, у большинства из этих людей нет другой страны. Им некуда ехать. У них нет Америки, у них нет России. Вот это их страна. Вот их, им надо ее строить. И они, мне кажется, вот ваши коллеги, они понимают. По поводу меня. Ну, я не хотел это говорить, но расскажу вам одну историю. Она недавно случилась. Это не история, а такая вот то, что со мной произошло. Я был вот в субботу, вот эту вот недавно, вы не знаю, следите или нет, в Киеве на Майдане постоянно происходит ВИЧи. И вот, вот было такое ВИЧи, где там еще, ну, выступали разные политические деятели, в том числе и очень известные. Вот. И я в этот момент был в толпе людей. Вот просто вот так, как вы стоите. Я пошел туда и там стоял и слушал. Долго я слушать их не мог. Почему? Потому что я считаю, что в этот момент еще не похоронили людей, стояли буквально недалеко, отпевали гробы с погибшими из небесной сотни. Они уже говорили о том, значит, как, значит, про победу, про там эйфория, там, значит, все, мы там идем в светлое будущее. Не то. Это все, вот я чувствовал вот нутром, что это все не то. Мне как-то так стало горько, обидно. Я пошел на улицу Крушевского в Киеве. Улица Крушевского, если вы не знаете, это та улица, откуда начались первые большие противостояния, где погибли первые трое ребят. Там сейчас такой небольшой, ну как, искусственно сделанный из кирпичей, такой мемориальчик, и там стоят свечки, цветы, очень много цветов. Цветов очень много. Чтобы вы поняли, цветов
столько, сколько в самые лучшие годы на 9 мая под памятником советским воинам. Вот очень много. И я стоял там, и у меня... Я был с друзьями, и у меня вдруг пошли слезы. То есть я не мог... Вот я стоял и начал плакать. Говорю вам, как есть. И стоял там минут 20, и не мог остановиться. Потом я отошел и пошел гулять по парку. Один, я попросил меня оставить одного. И в этот момент я вспоминал 2004-2005 год, какие-то карьерные, жизненные моменты. Я помню, как я тоже стоял на Майдане и очень искренне хотел, чтобы люди, за которыми я там стою, да, изменили эту страну. Я правда этого хотел, я в это верил. И я не столько верил в конкретных людей, я человек интуитивно понимающий немножко, ну, кто есть кто, у меня есть это, что называется, чуйка на людей, и я не был очарован никем, поверьте. Но я все же думал, что как-то, ну как-то вот оно все должно измениться. И когда победила оранжевая команда, пришел к власти президент Ющенко, я подумал, ну все, значит, ну, мы свое дело сделали, я же музыкант, ну, не мое же дело политикой заниматься. И все. Ну, потом, когда я вдруг понял, что что-то идет не так, я еще раз попробовал что-то изменить, зашел в парламент, понял, что это не мое, ну, как-то так к этому отнесся, но все-таки, что я здесь чужой, и снова ушел. И вот я стоял, думал об этих 100 ребятах погибших, и думал, что какая-то часть моего безразличия или того, что я отстранился и ничего тогда не сделал, есть и на мне. И я сказал себе, что я с этого момента никогда, никогда больше не буду стоять в стороне. Если нужно будет заниматься политикой, я готов заниматься политикой прямо сегодня и делать все, чтобы эта страна изменилась. Так что вот вам мой ответ. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я студент химического факультета. У меня к вам вот такой вопрос. Почему вы выбрали именно наш университет и чем вызвана любовь к нашему университету? Тут как с девушкой. Если девушка себе задает такой вопрос, ну ты что скажешь? Что, ну не скажешь ты бы, что так выбрал, посмотрел на всех и тебя выбрал. С другой стороны, если сказать, что, ну, ты одна единственная, то это уже очень серьезное заявление. За него надо отвечать. Вот, поэтому я отвечу вам честно. Просто мне кажется, что классические университеты, все-таки они самые универсальные. Тут учатся больше всего студентов разных специальностей. И всегда во всем мире классический университет является, ну, неким символом интеллигенции. Вот. И при всем огромном уважении к всем другим, к техническим, например, я сам физик, часто может быть технический университет даже сильнее по образованию, но вот символ всегда это классический университет. Поэтому. Ну и плюс мы долго не думали, мы вот как-то, ну, позвонили вот тому, кого знали. Ну, это как с девушкой. Спасибо, у меня еще один к вам вопрос. Ваш отец был министром образования. Точно. Что он сделал для образования Украины? И дайте оценку нынешнему. Внешнее тестирование – это лично его заслуга, я могу вам сказать. Лично его. Я знаю это. Тут сидят уважаемые ректор и почетный ректор. Я думаю, что если я скажу что-то неправду, они могут ответить, я не буду бояться, если они скажут, что это не так. В том руководстве страны, я просто знаю эту историю, поскольку вы понимаете, мы общались. Может быть, все я не могу рассказывать. Я не могу все рассказывать, и это будет неправильно. Но уж такой большой радости и с распростертыми объятиями его идею про ЗНО руководство страны не воспринимало. И он это делал вопреки, а не благодаря. И это его личная заслуга, поверьте, я знаю. Вот. Спасибо. Вообще, мне кажется, в политике, вот это большой миф, что политика очень, ну, такая хитро-мудрая, и там надо всегда очень осторожно. Это дипломатия должна быть очень осторожна. Потому что вы видите, что происходит в Крыму, вот там нужно каждое слово взвешивать. А в политике лучше всего говорить правду. Меньше запутаешься, быстрее выиграешь.
Меня зовут Иван Резниченко, я преподаватель Центра непрерывного образования. У меня к вам следующий вопрос. Вот сейчас многие губернаторы стали назначать людей, которые к политике раньше отношения не имели. То есть это большая часть областей, думаю, районные администрации, тоже главы вот новые. Я вот даже в воскресенье даже вот видел репортаж, когда отставной сержант давал приказание мобилизации. Он из правого сектора был. То есть история знает пример, когда отставной ефрейтор взял в руки власть. Знает. Скажите, то есть вот люди, которые в политике профаны полные, они смогут хорошо страну управлять или не смогут? К чему нас это приведет? Говорил, что критиковать не буду, но не буду критиковать именно правительство. А в общем-то новую систему власти попробую немножко покритиковать. Кстати, по поводу правительства, я правда думаю, что там вот сейчас неплохая, особенно если мы говорим про финансово-экономическую ситуацию, пока что на сегодняшний день, то, что я вижу, но финансово-экономический блок, не поворачивается язык его критиковать. Про остальных пока не будет. Вот. Значит, что я думаю? Я думаю, что первые 2-3 дня вот этой вот резкой смены власти, когда один известный товарищ из Ростова куда-то исчез, вот, а остальных еще как бы, ну, я видел это все. Точнее, он не из Ростова, он появился, там-то я неправильно выразился. Вот, в стране, ну, произошел момент, когда вдруг Верховная Рада стала абсолютно заслуженно. Кстати, это очень важный момент, потому что сейчас много ходит вопросов про легитимность и нелегитимность власти. Так я вот хочу напомнить, что в Украине существует такой орган, как Верховная Рада Украины, в котором 450 законно обранных вами лично депутатов, которым никто не забирал полномочия, и которые имеют право принимать любые законы в рамках Конституции. То есть работает орган, который от конституционным большинством они вообще могут чудеса творить. То есть в этой стране. Вот. Другое дело, что если, так сказать, законы подписывать некому, так кто-то же должен их подписывать, вот они и, как бы, ну, если тот, кто должен отказываться, значит, подписывает тот, кто является председателем Верховного Совета и Верховной Рады. Так, как бы легитимность, я считаю, вообще про легитимность сейчас вопросы неуместны. Когда страна должна идти вперед, а тот, кто являлся гарантом Конституции, самоустранился и не существует, то давайте мы этот вопрос вообще оставим и будем идти дальше. Так вот, я хочу сказать, что у людей в Верховной Раде, особенно у оппозиции, наступила эйфория. Эйфория и какой-то... Я бы назвал так, первые день-два в Верховной Раде, я сам был там, я видел это, царило такое... Эйфория и бардак вместе, как я бы это назвал. Конечно же, они начали принимать многие решения, кто под шумок, а что на с таким опломбом, что, знаете, вот вражеский. И, например, так под шумок, вот в таком раже, был принят, вот, точнее, отменен совершенно ненужно и неуместно в тот момент, тем более, вот этот закон, но про языки. Это, но, честно говоря, более стратегически неправильное решение нужно было придумать. Но, тем не менее, они проголосовали. И слава Богу, что исполняющий обязанности президента не подписывает этот закон и, судя по всему, не подпишет. Вот, потому что, так делать нельзя. И сейчас дело не в законе про язык, мы можем отдельно про языки поговорить, а вообще в том, что в момент, когда надо соединять людей, вдруг кто-то решил вынести наверх красную тряпку. Зачем? Спрашивайте, зачем? Точно так же, наверное, с многими назначениями. Но вы поймите, сейчас важно не кто у власти, вот в первые эти дни, сейчас важно, чтобы власть была. Потому что если ее не будет вообще, то я даже не хочу представить, что может быть. Поэтому, конечно же, есть проблемы. Я уверен, что мы еще очень нам это аукнется. Нам нужно будет много раз менять этих людей. Поймите, это временно. Это временно. Я вот лично это понимаю. Это понимает, условно говоря, Верховная Рада, как легитимный главный орган страны. Это все понимают. Это временно. Будут президентские выборы, будут парламентские выборы. Вот там должна произойти полная перезагрузка власти. До этого говорить о том, что это вот реальные назначенцы, нельзя. Тем более, что есть в том числе и гражданские поступки, такие как некоторых крупных бизнесменов, в частности в Донецкой и Днепропетровской области, которые я много слышал дискуссий, почему вот они сейчас будут там управлять нами. Во-первых, они не управлять будут. Главы администраций, это представители условного
президента или верховной власти из Киева, в регионах, вами управляют ваши местные советы, которые вы избираете. Это разные вещи, не надо путать. Во-вторых, в этот тяжелый для страны момент, наоборот, они показывают, что крупный бизнес, средний бизнес, люди с разными политическими убеждениями, все готовы работать на государство. Мне кажется, это прекрасный посыл всем, что мы все вместе. Неважно, сколько у тебя денег, неважно, на каком языке ты говоришь, даже неважно, как складывались раньше отношения. Все взяли за руки, сказали, мы вместе, мы большая дружная страна Украина, и попробуйте нам что-то сделать. Здравствуйте, Катослав. Меня зовут Анатолий, я студент факультета математики и информационных технологий. У меня к вам два вопроса. Один – это в силу исторических событий, вот наша Украина, наше государство занимает именно такую территорию, которую она сейчас занимает. Хотя, я думаю, ни для кого не секрет, что именно в таком составе она в полном, полноценном, ну, наименьшее, наверное, количество лет существует, в принципе, как государство. Вот, у нас разные взгляды, ну, я думаю, все-таки есть на какие-то определенные вопросы. У нас какие-то есть отличия, но, естественно, все мы одно государство, Украина, никто не отрицает. Вот, самое главное, кстати. Да. Поэтому никто не говорит там о выходе, присоединении к России или еще каких-то сепаратистских идеях. Но почему бы не провести федерализацию нашего государства? Разве это не будет выходом из сложившегося кризиса политического, я думаю, даже идеологического в какой-то степени? Древние греки говорили, перед тем, как начать спорить, давайте договоримся об обозначении. А что вы конкретно имеете под словом федерализация? По моему мнению, это расширение власти местных советов, также федерализация бюджета области, то есть, вот, и, допустим, если взять пример Соединенных Штатов Америки, о которых все сейчас говорят, который является идеологом для некоторых демократического государства, ведь у них тоже федеративное устройство, у них у каждого штата своя конституция, свои какие-то законы. То есть почему бы нам не следовать их примеру и не сделать примерно такое же? Я вам скажу, что мне лично нравится в Соединенных Штатах Америки. Это государство с сумасшедшими принципами. Там люди реально все имеют принципы, их с детства так воспитывают. И вот поверьте, это глубокое заблуждение разных политтехнологов или людей в других частях мира, которые думают, что слово «демократия», они просто им прикрываются. Они правда так думают. Я многих из них знаю. И политиков, и государственных деятелей, и обычных людей. Они так воспитаны. Они не могут принять, что в их стране или где-то человеку запрещают быть личностью, запрещают, и в этом я очень их уважаю. Мне кажется, что на этом построена их сила. Там никогда не было специальной централизированной сильной власти, руки, царя, ничего. Но при этом у них самая сильная армия, самая сильная экономика, потому что они думают о принципах. Вся аудитория, условно говоря, американская, все считают, что демократия – это самое главное в жизни, свобода выбора – самое главное в жизни. Достоинство человека – самое главное в жизни. В этом их сила. И если мы в этом будем смотреть на Америку или на другие европейские или там страны или страны мира, то я только буду за такой пример. Но копировать или думать, что у кого-то что-то надо взять, потому что у них это успешно, нельзя. Но поверьте, у каждого своя ментальность, своя история, свои, ну, свои принципы, свои исторические моменты. Просто говорить, у кого-то что-то хорошо, у кого-то плохо. А вот Франция унитарная страна, там тоже много регионов, и она тоже сильная, тоже нам нравится она. Вот давайте Францию рассмотрим. Почему Америку? Ну, тем не менее, я отвечаю на ваш вопрос. Я за то, внимательно послушайте, я за то, чтобы все регионы страны имели больше полномочий. В первую очередь это касается самоуправления и финансов, потому что я считаю, что несправедливо, когда деньги, которые зарабатывает регион, все уходят в столицу, а потом столица сама распределяет всем, дать или не дать. Главным образом даже потому, что... Главным образом меня интересует в данном случае просто экономическая целесообразность. Но пока деньги дойдут до Киева и назад, половина из них уже не будет. Даже в этом смысле. Но я бы хотел, чтобы мы были очень осторожны с такими словами, как федерализация или не федерализация.
значит, потому что украинское общество сегодня нуждается в том, чтобы его сшивать, в том, чтобы его соединять, в том, чтобы его делать единым. И для этого достаточно провести прозрачные, справедливые, честные законы, чтобы они на всей территории страны нормально исполнялись. А что касается неэкономических вещей, то тут вообще не о чем говорить. У нас должен быть очень простой принцип. Хотят люди на Донбассе, чтобы у них стоял такой памятник. У них должен стоять такой памятник. Это их желание. И люди на Западной Украине могут это принимать или не принимать, но они обязаны уважать это, потому что это их братья с Донбасса так решили. Точно так же стоит во Львове памятник, который решила львовская община поставить. Вы можете не соглашаться, не нравится вам, может, кто-то, кто там стоит, но это их решение. Вы должны уважать это решение. И вот в таком ключе мы должны двигаться вместе. Теперь, что касается, не знаю, на самом деле, вот на самом деле все должно решаться волеизъявлением людей. Главное, чтобы этим волеизъявлением людей не спекулировали и не пользовались для того, чтобы развалить страну. Я никогда не дам развалить эту страну. Спасибо. Я, собственно, тоже являюсь сторонником, что Украина должна быть едина, да. Вот, никоим образом не заражаю. Но я думаю, тут все такие. Я думаю, тут других нет в зале. Добрий день, Святослава. Мене звуть Кирило, історичний факультет. Дуже приємно. Я одразу вибачаюся за свою, може, не ідеальну українську мову, але... У вас ідеальна українська. Точно, мабуть, краще, ніж моя російська. Дякую. Але я, правда, бодай сьогодні, бодай з вами, я хочу розмовляти на своїй державній мові. Дуже приємно, дякую. По-перше, я... На цій області дякую. По-перше, я... Тут сьогодні вас називали там духовним лідером якось ще, а я б вас назвав по-іншому, я б вас назвав людиною з народу. Вот. Дякую великий. Яка має великий авторитет, як ви бачите з цієї публіки, бувається. Так от, я вас хочу попросити, що сказати цим людям. Я прекрасно знаю, що тут дуже багато людей є, котрі просто прийшли на вас, бодай подивитись, але не послухати. Це правда. Так от. Я навіть догадуюсь, якої статі це люди. Так, будь ласка, сьогодні ви з нами у нашому університеті в Донецьку. Розвійте, будь ласка, міф про ворога, про Західну Україну, про те, що там люди нас зневажають, ненавидять. Я знаю, що це не всі люди так думають, але є таких багато. Будь ласка, ви представник Західної України, будь ласка, розкажіть людям, чи це правда. Дякую за питання, дякую за приємне спілкування. Я хотів би задати тоді питання аудиторії. Підніміть, будь ласка, руку, хто з вас був на Західній Україні? Всі. Окей. Тоді я зразу щиро задам наступне питання. Можливо, небезпечно, але задам його щиро. Хто з вас вважає, що на Західній Україні думає, що на Сході живуть вороги? Підніміть так руку, так. Ну, трохи є. Значно менше. Окей. Тепер, хто з тих, хто був на Західній Україні, вважає, що все-таки там люди вороже ставляться до Сходу? З тих, хто був. Можна з тих, хто був, я хочу, щоб це була відверта дискусія, може хто-небудь з вас підійти до мікрофону і розказати, ну, ми таким чином будемо зараз цей міф розвінчувати. Може хтось підійти, не боятися, от давайте я, чи, от, дівчина готова. Не знаю, зможу, чи я не зможу спілкуватися довго українською мовою. Говоріть російською, це неважливо. Я все-таки постараюся. Постарайтесь. Була я в Трускавце. В 2004 году так получилось, мне было, наверное, лет там 12, да, и у нас, как в лагере в детском, была, как объяснить, вожатая, наверное, да, так называется, и она очень предвзято, действительно предвзято относилась и ко мне, и к детям, которые были с Херсона, Николаева, она очень это сильно показывала. Это были дети. Это были дети, не взрослые. Не взрослые между собой ссорились. А действительно, она к детям так. Ну, конечно, как ребенок еще я, наверное, это все сколько себе... Сколько вам было лет? Мне было сколько? 12, наверное. Курить за лагерь не бегали?
Может, она из-за этого? Не знаю, не помню. Нет, но она действительно... Были у нее такие моменты, когда она срывалась, ну ни с чего. То есть вы думаете, что это было из того, что вы... Она это говорила. Хорошо, я понял. Пример действительно... Ну, я не буду ставить это под сомнение. Я скажу так. Давайте для того, чтобы вот вы понимали, что эту проблему можно решить, я скажу, наверное, существуют люди, и я признаю, на Западной Украине, которые сегодня предвзято относятся к людям на Восточной Украине. Какие их мотивы, я не знаю. Я сам так не делаю. Наверное, существуют люди на Восточной Украине, которые почему-то предвзято относятся к людям на Западной Украине. Но вот сейчас в этом зале я попросил поднять руки тех, кто считает, что эта проблема существует, и оказывается, что это, ну, будем говорить честно, 10% присутствующих. То есть это много, но это не абсолютное большинство. То есть это абсолютное меньшинство. Я считаю, что нам просто нужно двигаться в сторону того, чтобы эти 10% сначала стали 5, потом 3, потом 2, потом 0. Вот это то, что мы должны сделать. За один день... Все, что творили политики 20 лет, особенно последние 10, стравливая лбами две части братские Украины, за один день мы не изменим. Но сегодня у нас с вами есть уникальный шанс, вот в связи с событиями и на Майдане, и даже в Крыму, уникальный шанс поменять эту национальную, точнее, наконец принять эту национальную идею, которую я уже озвучил перед этим, которая звучит так: мы разные, но мы вместе. Вот мы вместе должны работать на это. Если вы чувствуете, у вас есть этот камень в душе, я вот вам предлагаю, поедьте во Львов, возьмите друзей отсюда, поедьте погуляйте по улицам, пообщайтесь с вашими коллегами. Если вы журналист, поедьте, снимите там репортаж, просто поговорите с людьми. Вот увидите, вам станет легче, потому что вы поймете, что ваши детские воспоминания могли быть, даже если это правда, это мог быть единичный случай, и это не надо распространять на всех. Вот вы из какого канала или откуда? Тогда вы просто возьмите и возьмите друзей и поедете, например, во Львов или в Ивано-Франковск. И вы поймете, что там живут совершенно другие люди. Ребята, я родился, правда, в Мукачево на Западной Украине, но я прожил 23 года во Львове. Я закончил украинскую школу, я закончил Львовский национальный университет. Посмотрите на меня внимательно. Я похож на националиста. Я похож на человека, который считает Донбасс врагами. Я вам обещаю, что таких, как я, большинство. Это мое вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Будкамина Ирина, я студентка исторического факультета. У меня к вам два вопроса. Слушаю вас. Первый вопрос. До 2010 года наши аспиранты, в принципе, аспиранты нашей страны сдавали аттестацию по украинскому языку. В 2010 году это было отменено. Как вы думаете, в связи с последними событиями, будет ли опять аттестация возобновлена, и считаете ли вы это нужным? Можно я перед этим спрошу у вас, а вы считаете это нужным? Да, я считаю это нужным, почему? Конечно. Вот можете объяснить? Ну, потому что эти же аспиранты, они будут учить моих детей, я хочу, чтобы они знали украинский язык. Вот вы ответили моим мыслям, вот это и есть мой ответ. Это ответ донецкого аспиранта. Тогда следующий вопрос. Не примите его агрессивно, но тем не менее, вы выступаете сейчас массово на публику. Да. Вы считаете себя достаточно политически воспитанным человеком и образованным для того, чтобы так открыто рассказывать, как вы говорите, свои эмоции? Я считаю себя человеком, у которого есть силы, желания, воля и достаточно жизненного опыта, чтобы что-то изменить. Поэтому я имею право... Спасибо. Мене звуть Максим, я представник економіко-правового факультету. У мене є до вас три коротких питання. Ваше відношення до правого сектору – це перше питання. Я так думав, чого так довго ніхто не задавав це питання? Вже думав, не задасть ніхто. А друге, ваше відношення до його діяльності. І третє, чи не ображає ваші національні почуття використання нацистської та фашистської символіки у деяких з цих представників? Дякую. Перше і друге питання – це одне і те саме. Ну, це насправді. Ну, як до самої організації ви можете ставитися з однієї сторони, а до методів її з іншої? Буду говорити відверто. Прямого, чіткого, зрозумілого відношення до правого сектору я ще не сформував.
Це організація, навколо якої занадто багато міфів. І занадто багато, занадто мало нам відомо справді, справедливої інформації про них. Дуже багато і дезінформації, і перекривленої інформації, і дуже мало інформації з перших уст. І, ну, взагалі, ну, прямих якихось фактів. Я взагалі, зараз я вернусь до вашого питання, але взагалі хочу маленько зробити відступ. Сьогодні взагалі я вам раджу довіряти виключно прямій мові, які ви бачите по відео або по аудіо, або соціальним мережам, в яких 100% залізобетонно ви впевнені, що це офіційна інформація. І їх часто зломують. До речі, там кажуть, правого сектора теж таке було. Але найкраще – пряма мова. От як ви бачите, що Вакарчук це сказав? Зачем це сказав? От він говорить. А якщо це написав якийсь сайт, навіть якщо ви цей сайт любите, то це ще не означає, що це так. От поки сьогоднішній день я б вам радив отак користуватись інформацією. Тому що я вже стільки всього прочитав, я вже в Запоріжжі танки російські бачив, вже все, що хочете. Ми бачили цю історію, коли на одному з, значить, почали показувати, як з Харківської і Донецької області люди масово виїжджають в Росію, і на, значить, на прикордонний перехід, на якому написано Шегині. А Шегині – це 70 кілометрів від Львова на Польщу перехід, значить, щоб ви розуміли. І стоять біженці, показують, і фури. Тобто, я думаю, так, біженці в фурах їздять, де не бійне цих, думаю, що це за біженці цікаво. Тому не ведіться зразу на будь-що. Вертаючись до вашого питання, правий сектор обріс міфами, і зараз про нього там одні говорять, що це ультранацисти, другі говорять, що це справжні герої України, які борються за нашу разом спільну справедливість. Я би був сьогодні обережний з висловлюваннями, і я би нічого не сказав. Я не готовий однозначно зробити висновок про них. Скажу одне, я мав спілкування з одним з лідерів правого сектору в момент, коли потрібно було зупинити активні дії мітингувальників на вулиці Грушевського. Тому що були переговори, президент підійшов, значить, спілкувався з трьома спільними опозиціями, і, ну, мітингувальники мало кого слухали, і я взявся переконати їх, щоб вони зупинилися. І з тієї розмови, яка склалася, я зрозумів, що ці люди, ну, тримають слово. Тому що, коли вони сказали, ну, після довгих мовлянь, я пояснив, чому це потрібно. Вони сказали добре, слово вони виконали, і це перемир'я, цього вони не було. Тобто вони сказали, так зробили, значить, так зробили. Для мене це вже певний позитивний сигнал. Однак, щоб оцінювати їхню діяльність і ідеологію, мені мало часу. Багато чого мені там точно не подобається, і багато що я відкрито скажу, я взагалі проти будь-якого слова ультра. Ну, ультра щось, ну, дуже там. Тому що я вважаю, що будь-який перекіс в якусь сторону, він зменшує свободу дій. Завжди легше діяти, коли в тебе немає когось обмеження. Коли в тебе є чітке обмеження, от, наприклад, що ти виступаєш тільки за щось таке, ти завжди не можеш, ну, тобі тяжко зробити рішення в ситуації, коли нема куди, коли треба відступити або зробити крок вперед, крок назад, ти не можеш. Це зменшує твою свободу дій. Тому я по своїй суті, як людина, яка має політичні погляди, я маю погляди, які мені дозволяють рухатись і вправо, і вліво. Тобто я вважаю себе людиною центристом, я вважаю себе людиною лібералом, і я ніколи цього не приховую. Я не прихильник таких от ультрадій. Однак до конкретно правого сектору я ще своє відношення сформував. Я їм би порадив, от що, я це відкрито говорю, я порадив би їм, якщо є приклади негідної поведінки людей, які так чи інакше себе причисляють до них, їм треба публічно про це говорити і відмежовуватися з них, тому що це б'є по їх іміджу. Я щиро хочу, якщо вони справді працюють на Україну, якщо в них справедливі методи, і вони хочуть далі діяти, то їм потрібно про це чітко заявляти. Тому що так і виростають міфи, які, ну, очерняють. А можливо, ну, якщо вони так не роблять, значить вони підтримують цих людей. Тоді наше, ну, ставлення буде негативним. Ось така відповідь. Нема однозначної. Щодо символіки. Знову таки, багато спекуляцій на фоні на тему цієї символіки. Що конкретно ви вважаєте такою символікою? Червоно-чорний прапор, наприклад, не входить ніяку нацистську символіку, і спекуляцію навколо неї вважає недоречною. А є, ну, конкретна символіка. Я не спеціаліст в фашистській символіці, знаєте, я чи нацистський, я не розбирався в цьому ніколи. Я знаю, що є свастика, і я знаю, що коли я бачу свастику, мене коробить. От і все, як і будь-яку нормальну людину. Але
знаєте, розбиратися, цей подібний, цей неподібний, такий можна, такий не можна, це не моя справа. Знаєте, нациста або людей, які мають нацистську ідеологію, видно не по знаках, видно по поведінці. І от що говорю. Дякую. Мене звати Максим, я дуже приємно. З факультета іноземних мов. Я буду говорити по-русски, тому що я вважаю, що це правильно зараз. То есть, тому що ви з факультету іноземних мов? Почему Майдан и режим, захвативший власть его помощью, позволяет себе говорить от имени всего народа Украины? Такой вот вопрос. Я считаю, что... Я считаю, что от имени всего народа Украины говорят люди, внимание, которых, если вы говорите о власти, избрала каждого из них больше 300 депутатов Верховной Рады, большинство из которых представляют в том числе и ваши регионы. Это касается действующего главы Верховной Рады, это касается премьер-министра и всего правительства. Почему уничтожали центр Киева жители Западной Украины, а убирают за ними коммунальщики и киевляне? Почему средства на это сдираются с шахтеров и железнодорожников? Извините, я прошу не превращать это в глупую дискуссию. Вот тому, кто это написал, может он мне принести факты сначала? Ну, пусть принесет сюда, а я потом на них отвечу. А что же будет отвечать на какой-то бред? Ну, дайте факты, я готов поговорить. Как бы, например, почему за деньги шахтера это должно происходить? Кто вам сказал, что это за деньги шахтера? Вы где-то это видели, вы видели эти цифры, у вас есть доказательства. Вообще, можно мы вернемся сейчас к вопросу? Очень важный вопрос. Я очень часто его слышу. Почему наш Восток должен кормить Запад? А где вы это взяли вообще? Вот вы видели вообще цифры Министерства финансов? Вы видели, кому сколько дотаций дают? Вы знаете, какая область из бюджета получает больше всего дотаций? Донецкая. Все это знают. Зачем придумывать мифы о том, чего нет? Это, кстати, не вам. Это вы просто читали, я знаю. Да, я просто на вас смотрю, вам уже неловко, потому что я как будто на вас наезжаю. Вот. Но правда, вот вы, я готов отвечать даже на такие вопросы, но только давайте мне факты. Вот мне задали вопрос про правый сектор. Это конкретный вопрос. А что за вопрос, почему шахтеры должны оплачивать, ну, откуда кто сказал, что они оплачивают? Да шахтеры свои семьи не могут оплатить, потому что те, кто украл и приватизировал лучшие шахты, оставил на государственное дотирование непонятно что, и эти копанки, которые везде по всей Донецкой и Луганской области, они приводят к тому, что шахтеры не понимают, что с ними происходит, и во всех бедах, конечно, они должны кого-то винить. Вот им красиво подсовывают, кто виноват в их бедах. Я вам хочу сказать, что им говорят, что... Получается, что в их бедах виноват их брат из шахты в Червонограде, который точно так же сидит на шахте и работает. Вот пусть они между собой сядут и увидят, кто из них враги, а кто братья. Я думаю, что шахтеры из Червонограда и шахтеры из Донецка встретятся, через 5 минут обнимутся, выпьют по 50 грамм и вместе выпьют за будущее Украины. Олександра Чернова, четвертий курс журналістика. У мене до вас одне питання. Я хочу сказати, що зараз слід згадати ЗМІ, думаю, і це дуже важливе питання. У одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що журналісти зараз мають перш за все дотримуватись людської етики, а вже потім журналістської. Скажіть, будь ласка, як захистити інформаційний простір України від впливу необ'єктивної інформації саме іноді через цю людську етику? Я мав на увазі, коли говорив це. Я не вважав, що людська етика, вона якось відрізняється від журналістської. Журналістка – це її частина. Просто часто я казав, я чув, як мені журналісти говорили, ну, ти знаєш, от я журналіст, в мене є своя позиція, я мушу її показувати таку, як є. Ця позиція часто приводить до того, така от ніби своя позиція, що, не показуючи правду, ви викривляєте свідомість такої великої кількості людей, що це приносить шкоду іншим людям, а може і привести до смерті інших людей. Тобто журналісти, які говорять неправду, теж винні в смерті людей. От що я вважаю. Дякую. Люди
творчим, люди, які у культурі, також у спорті, чи мають вони право, скажімо так, мати якісь політичну направленість, адже це несправедливо по відношенню до не те, що їх фанатів, але коли артист присвячує свій концерт, а це було дуже актуально у 2004 році, якійсь одній частині, яка стоїть на Майдані, чи коли просто чекаєш на завтра на роботу, а чекаєш, коли у час ночі відомий боксер вийде і буде грати з якимось, вибачте, бугаєм, і він виходить на шортах із помаранчевою стрічкою і присвячує свій бій якійсь частині Майдану, яка називається цвітом нації. Можна я скажу? Ви слухали початок мого виступу, чи ви прийшли пізніше? Я була. Людина в якій демократичній державі? Людина. Я на першому місці. Далі стоїть все інше. У людини є право на власну думку і свободу вибору. Якщо людина, неважно хто вона, вважає, що так, значить вона має право висловлювати цю думку. Все. Вопрос. Стріляли в мирних людей, да, там, Беркут, неважно. Снайпер целится с крыши отеля, и он не имеет никакого оправдания, даже если у того человека там оружие. Он не имеет права стрелять. Кто имеет оправдание, сжигая здание и бросая коктейлями Молотова и свергая власть? Я осуждаю это. Вы осуждаете? Да, почему? Осуждаю. Нет, это было сказано. Да, я считаю, что коктейли Молотова неуместны, но если нет другого выбора и у тебя есть угроза своей жизни, ты должен себя защищать. Вопрос из зала. Почему захваченная власть в Киеве ценой разрушения и крови считается патриотами, а захватившая власть в Крыму спокойно, без жертв сепаратистами и преступниками? Смотрите, ребята, стоп. Верховная Рада Украины, легитимная власть, ваши донецкие депутаты проголосовали за них. Все. Вопрос закрыт. Установить легитимную власть нелегитимным образом невозможно. Так же, но Верховная Рада... Президент не сложил полномочия, он не подписал. Президент не подписал... Президент, который давал приказ стрелять, не президент. Все. Вы знаете, что он говорит? Разговор закончен на эту тему. Не провоцируйте людей. Спасибо. Провокаційних питань і не проти гострих питань. Я проти того, щоб ми влаштовували не провокаційні питання це одне, а провокація як перформанс це зовсім інше. Давайте не підміняти поняття. Я ще раз хочу сказати для всіх наперед. Я проти радикалів. Я проти того, щоб люди просто виходили на вулиці і кидали коктейлі Молотова. Я не підтримую це і ніколи ні свої дії не підтримую. Я проти того, щоб на мирних мітингах люди використовували зброю, і я вважаю, що це абсолютно недопустимо. І я ніколи не буду покривати людей, які свідомо це робили. Але за що я поважаю Америку? І я вам скажу, хочу, щоб так було в Україні. Ми вільні люди. Якщо хтось буде в мене стріляти, я буду захищатися. І мені все одно, хто про мене думає в цей момент. Тому що це моє життя, і я буду його захищати. Я хочу попередити, що я підтримую нейтралітет у цьому питанні, тобто, як і ви, щоб не було якихось осудливих криків з залу. Ми маємо терпіти, це демократія, крики з залу – це частина демократії. Але не такі образливі, як дехто може це зробити. Деколи таке буває. Тобто, перейдемо до мого питання. Я вважаю, що єдність України повинна зараз бути першим
нашим питанням у державі. І ось є такий момент. Хтось вшановує славу бійців Беркуту, хтось вшановує славу Небесної Сотні, а хтось вшановує славу усіх цих людей, бо це сини України. Що ви вважаєте з цього правильним? Ми повинні пам'ятати усіх. Ну, я так вважаю. Як ви я зрозумів. Давайте розберемося в слові «слава» і «пам'ять». Пам'ять – будь-яка загибла людина, якщо ми християни, ви просто Божі люди, будь-яка загибла людина потребує і має право на нашу пам'ять. І ми не маємо права розділяти загиблих і одним вшановувати пам'ять, іншим ні. Це навіть не може обговорюватися. Друге, питання героїзму – це питання вибору людей і народу. Не можна присвоїти героїв тих комусь тільки тому, що він був проти тих, кого ти вважаєш, ну, проти тих, кого ти виступаєш. Так не буває. Героєм може бути тільки той, хто створив вчинок. Що таке героїчний вчинок? Це вчинок, який звичайна людина в нормальній ситуації би не зробила. Але він пожертвував чимось ради інтересів інших людей. І в цьому контексті я розумію, що можуть бути дискусії. Але я скажу за себе. Якщо я приймаю Конституцію на вірність народу України, то це є вище, ніж будь-які накази. І я не можу стріляти в свій власний народ. І людина, яка виконала наказ і вистрілила в громадянина України, який не мав зброї, героєм я її вважати не зможу. І наступне питання дуже схоже за темою. Які шляхи примирення народу ви бачите? Бо зараз дуже багато вкидів якоїсь провокаційної інформації, ви бачили це навіть зараз. І це спочатку в Україні починалося з якихось поодиноких випадків, а далі це злилося у два таких потоки, що ми зараз на порозі громадянської війни. Ні, я з вами абсолютно згідний. Я вважаю, що, ну, по-перше, не потрібно навіть вживати такого слова. По-друге, я вважаю, що навіть такими ну, от ви нагнітаєте обстановку навіть таким настроєм. Я не бачу причин для громадянської війни. Я прийшов сюди в цей зал, і я побачив, що тут, в Донецькому університеті, 99% тих речей, які я говорю, сприймаються так само, як і в Львівському університеті, Київському, Одеському, Запорізькому чи будь-якому іншому. Тому я не бачу взагалі підстав для того, щоб взагалі можна було говорити про якусь громадянську війну. Що є в Україні? Це є війна політтехнологів і війна політиків, яка 10 років вже в нас існує. І я вважаю, що цей Майдан і ситуація в Криму є великим шансом забути назавжди це розділення. Захід зрозумів, що він довго не чув Схід, і він має почути Схід. Схід зрозумів, що він довго не чув Захід, і він має почути Захід. І в цьому діалозі точно будуть неприємні питання і неприємні відповіді. Але ми маємо розуміти, що вище цих неприємних питань є спільне бажання будувати одну велику країну. Зрозумійте, ми слабіші поодиночці, ніж разом. Це очевидний факт. І економічно, і соціально, і геополітично. Ми сильна країна, коли ми разом. І давайте жити так далі. Питання. Як творча особистість, які конкретні ви бачите ідеї щодо воз'єднання Сходу та Заходу? А хто сказав, що в культурному сенсі ми маємо так прямо сильно, ну, ставати одним цілим? Чому це непогано, коли там на Донбасі свої культурні цінності, на Західній Україні свої? Це ж добре. Чим більше в нас різного, тим сильніше ми є країна. Я в це справді в це вірю. Я думаю, що чим більше ви будете знати про тих героїв і тих культурних особистостей, яким є культовими для Львова, тим більше багатими будете ви. І навпаки, чим більше львів'яни будуть знати про тих людей, які є культовими для там, Донбасу чи для Сходу України, тим від того збагатіють більше вони. Ви знаєте, потрібно більше просто спілкуватися і розказувати один одному. Якщо є непримиримі позиції, нехай вони будуть. З часом вони пройдуть. Нехай наші батьки їх не сприймуть чи діди. Ми вже спокійніше станемося, наші діти будуть сприймати це абсолютно, ну, до цього відноситись нейтрально. А колись, можливо, якась концепція і переможе. Хто його знає? Колись, може, будуть зовсім одні герої для всієї країни. Зараз про це не треба говорити. У мене є коротке об'яснення
странного противоречия между Западом и Востоком. Ну давайте попробуем. Когда донецкие гопники бьют донецких людей, это называется бандитизмом. Когда львовские гопники бьют донецких людей, это называется бандерами и фашистами. Это очень странно. Ну, я бы сказал так, неважно, как вы называете, но когда чьи-то гопники бьют чьих-то детей, это всегда плохо. Ну, безусловно. Сейчас мы имеем дело с совершенно скотской пропагандой, которая культивировалась долгими годами на нашей территории, не только на нашей, на очень многих. Пропаганда – это совершенно мрачное дело. Я уже говорил, что сегодня лучше всего верить прямой речи, записанной на видео или на аудио, ну или увиденной живьем, как сейчас. Это стопроцентно. Но если там не смонтировано как-то прямо уже совсем, но прямая речь – это прямая речь. Сложно. Говорят, некоторые это умудряются перекомбинировать. В бегущей ленте, в интернете, в Фейсбуке, в Твиттере и так далее, ВКонтакте, просто чье-то сообщение с ссылкой на кого-то, это точно не факт, что правда. А часто вообще неправда. Поэтому вот на эти вещи лучше не обращать внимания или смотреть их из очень разных источников. Второе. Если уж так повелось в какой-то части страны, что там популярно телевидение другой страны, то в такой ситуации, которая есть сейчас, если уж не можете вы без этого, то же хотя бы для честности возьмите BBC и CNN, посмотрите. Ну, чтобы так и так. Вот. А лучше всего в такой ситуации смотреть телевидение своей страны. И вот. Простите, но у меня последняя, это просьба. Я хотел бы заключить с вами очень простой договор. Здесь есть мой имейл, и я просто хочу от вас... Я просто хочу от вас ответа, любого, да или нет. Может, я имею ли перспективы, или что-то понравится вам или нет. Я пока не взял в руки, не знаю. Судя по вашему образу и ауре, вы, в принципе, уже имеете перспективы. Я просто хочу, чтобы вы мне ответили, да или нет. Хорошо, я отвечу, договорились. Вот даю вам слово, что отвечу. Только, друзья, у меня просьба. Я вот Алексею отвечу, но это не значит, что вы все сейчас подбежите ко мне с диском, потому что я больше договоров не смогу сделать. Вот извините, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Диана. Я студентка учетно-финансового факультета. Очень приятно, Диана. Вот, у меня такой вопрос. Ни для кого, думаю, в зале в этом не секрет. Ну, не секрет, что многих простых рабочих, людей, начальники, грубо говоря, директора, насильно выгоняли на Майдан, вот под угрозой их увольнения. Есть ли способы, методы предотвращения или как-то избежали этого? Есть единственный способ, когда все предприятие, как один человек, говорит нет. Ничего начальник не сделает. Одно то. Другого варианта нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Меня зовут Наталья, я студентка первого курса факультета математики. И мне такой вопрос, как у человека, который хочет жить в хорошей стране, который хочет вырастить детей именно в Украине, что делать нам в данный момент, когда к власти пришла оппозиция, которые пришли, в принципе, по головам людей, из-за которых были жертвы, что делать теперь нам? Сейчас будут президентские выборы и парламентские. Вот вы изберите того, кого вы хотите, на одних, на вторых. И вот тогда, к концу октября власть поменяется опять полностью легитимным способом. Вы скажете свое слово, и тогда, я надеюсь, вы будете предъявлять претензии этим людям. Третье. Я считаю, что фундаментальная ошибка каждого человека, сейчас которого совершает, это что нам делать, если к власти пришли? Да кто бы ни пришел к власти, не надо вам думать о том, кто пришел к власти. Вам надо заниматься усовершенствованием себя. Каждому человеку учиться, работать. А если такие будут все, то в какой-то момент они все вместе выйдут и скажут, эта власть нам не нравится, мы хотим другую. Так работает гражданское общество. Поверьте, Майдан, вы можете относиться к нему плохо или хорошо. Я точно не хочу никого агитировать. Но вот одно ясно, что люди туда вышли, вот тут я могу вам поклясться, люди туда вышли сами. Их никто не звал. Они собрались в один день и просто выехали и сказали, мы больше так не можем. И миллион человек на площади, после того, как побили студентов, никто не переводил. И это пример, как можете сделать точно так же вы, если вам не нравится что-то. Главное делать это мирным способом. И главное понимать, что в этой стране у вас нет ни одного врага, кроме коррумпированных чиновников и людей, которые наживаются на вас, как на Востоке, так и на Западе.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, я знаю, вы просили меня заспевать. Я думаю, что я спевать не буду, но мы разом заспеваем.